Ну вот. Отплыл дальше от города. Прошел Кумжинку. Вон он, если видно. Технически у меня вроде бы все хорошо. Лодка вроде бы сухая. Аутриггер — это, конечно, что-то, но нужно два. Чтобы они не касались воды, висели над водой, чтобы у лодки был лучший ход. Но с одним аутриггером тоже неплохо. Плыву в полулежачем положении, не напрягаясь, не спешу. Все хорошо, луна светит. Вот последний корабль стоит рядом на рейде, на якорях. Все остальные остались выше. Дальше вот, насколько видно, ничего и никого нет. Падают звезды, я загадываю желание. Вот только что вторая упала. Плещется рыбка рядом, мелкая. На лодку садилась какая-то птичка. Классно, все хорошо, все просто замечательно. Руля слушается лодка замечательно, просто я рад. Я очень рад, у меня все получилось, у меня все получается. Тачка вот сзади меня, если ее видно, без колес, колеса в лодке, а тачка прикручена сзади. Я вот на ней лежу, головой облокачиваюсь, и мне очень удобно. В общем, хорошо. Хочу поспать. Сейчас стою на якоре. Ну, рыба плещется. Немножко сейчас отдохну и пойду дальше. Там где-нибудь выберу место, посплю прям в лодке. Ну, все.